об обещанном втором произведении Мусоргского. Модест Петрович еще в молодости задумал написать оперу на древний исторический сюжет. Опера осталась незавершенной, но один из хоровых номеров взят композитором и преобразован в отдельное концертное произведение. Хор посвящен прославлению еврейского военачальника Иисуса Навина и относится к древним событиям, поэтому даем некоторые напоминания и пояснения, которые будут звучать. Иисус Навин, преемник Моисея, ввел израильский народ в землю обетованную. Иегова, вариант транскрипции одного из имен Бога в русских переводах Ветхого Завета. Амурей, кочевые племена, населявшие Древнюю Азию. И Иерихон, город в Палестине на территории западного берега реки Иордан. Гай, город, взятый израильтянами при переходе через Иордан. Ханаан, библейская земля обетованная на территории современных Сирии, Ливана, Израиля и Иордании, названные по имени внука Нуна. Гаваон, древний ханаанский город недалеко от Иерусалима. Сейчас немного грустно. Исполняя это произведение, мы особенно остро переживаем потерю нашего замечательного солиста Михаила Лужного, который совершенно внезапно ушел из жизни. В этом произведении он тоже солировал. Мы будем его всегда помнить. Это первый концерт, который мы поем без него. Иисус Навин дирижирует Мария.